чтобы через 1000 лет не были сплошные роботы, чтобы был только человек, который командует роботами. Для этого нужно понять, каким будет человек будущего в эволюции, чтобы сегодня воспитать эти качества. И поэтому я сделал школу Homo Futurus, человек будущего. Время от времени делайте синхронизацию, то есть делайте, что делается, а думайте, что думается. Дело не в технике, а дело в качестве. Какие же качества есть у человека, которых нет у роботов? Человек может делать открытия, человек может созидать, умеет изобретать. Роботы нас не заметят, роботы нас не заметят, роботы нас не заметят. Одна минута рэп, вы танцуете, пойте рэп, вы разгружаетесь, потому что это самостимуляция, это сильнее, чем наркотики, это сильнее, чем кофе, это сильнее, чем любой допинг, это сильнее рэп, сильнее, чем пистолет, это сильнее всего, потому что вы свободны. Фристайл – это быть свободным, рэп – это быть свободным. Когда вы говорите рэп, когда вы танцуете рэп, когда вы пытаетесь, это самостимуляция, которая дает развитие вашей нейросети, чтобы вы были устойчивы везде, а не только там, когда вам удобно, когда вы способны, когда вы занимаетесь любимым делом, а когда вы занимаетесь рэпом, вы это любимое дело моделируете, это одновременно происходит разгрузка, восстановление нейросети. Это когда туман сбрасывается и голова мыслит ясно. Это такое состояние, которое бывает в любой момент, когда вы были счастливы, когда вы были влюблены, когда вы хотели погружаться в это ощущение влюбленности, вспоминали этот образ, и вам было хорошо, но потом у вас могли быть трагедии. А рэп дает вам возможность получать это состояние влюбленности в жизнь, когда хочется любить Вселенную без всяких трагедий. А если у вас есть трагедия, когда вы делаете разгрузку по методу ключ, когда вы болтаетесь туда-сюда, как дети, когда вы делаете повторяемые движения, ритм которых у вас увеличивается в зависимости от того, как растет напряжение, как мама, когда качает ребенка, когда он больше орет, она его чаще качает, и он успокаивается, независимо от того, игрушку отняли, и ему приснился плохой сон, потому что если вы туда добавите, в эти упражнения ключа, 5 минут в день упражнения ключа, если вы добавите 1 минуту рэп, вы научитесь петь в любом состоянии душой, ваша душа. Душа будет петь, хоть вы летите в самолете, хоть вы под водой, хоть вы делаете штурм космоса или глубину, потому что вы всегда можете быть как сверхновая звезда, вы можете быть в таком состоянии свободными не только в любимом деле, не только там, где вам удобно, не только там, где вы защищены, но и везде. Это рэп, детка, йоу!